Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где мы каждый день говорим о звездах и о том, что произошло в мире популярных знаменитых людей. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Олег Басилашвили – это человек, которого искренне любят поклонники по всей стране за небывалый талант и игру на сцене и в кино, которую просто невозможно не заметить. Все коллеги по сцене отмечают, что, несмотря на возраст сейчас, актер все еще берется за очень непростые роли и с удовольствием работает для зрителей каждый день. Однако, к сожалению, все чаще приходят именно печальные, трагические новости о его судьбе. Дело в том, что несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о серьезном ухудшении здоровья артиста. Тогда за него буквально молилась вся страна. И вроде бы ситуация пошла на поправку. Однако, к огромному сожалению, сегодня, несколько часов назад, на телеграм-каналах появилась пугающая информация о новой госпитализации и о том, что так тяжело сейчас может сказаться на здоровье артиста и его состоянии. По слухам, причиной всему стала та самая корона, и сейчас за здоровье артиста борются врачи. Мы искренне желаем ему самого крепкого здоровья и возможности вновь выходить на сцену. Будем следить за развитием ситуации. А вы, дорогие зрители, берегите себя, не забывайте подписываться на канал и поддерживайте нас лайком.